кроме формы шляпы, еще имеет огромное значение цвет. К сожалению, очень часто вот это негативное отношение формируется после зимних шляп, когда меряешь все темное и кажется, что ничего не подходит. Угу. Летом легкие расцветки, натуральные оттенки соломы, бирюзовые, немного желтоватые, карминовые, это украшает практически всех. Для круглого лица, такого типа лица, как у Инны, есть и удачные варианты, и не очень удачные. К примеру, наименее удачным для такого типа лица будут шляпы в кантри-стиле. Какие-либо соломенные, напоминающие о Томми Сойере и так далее и тому подобное. Они очень простят такой тип внешности. И для того, чтобы облагородить данный тип лица, необходимо выбирать более графичные варианты. При этом шляпу с обязательно более высокой тульей для того, чтобы визуально вытянуть лицо. И должны быть какие-либо опорные элементы, какие-либо вертикальные элементы, которые бы лицо вытягивали. Очень стильно. И смотрите, Инна даже улыбается. Чувствует, что шляпка ей к лицу. Круглые лица встречаются среди знаменитостей тоже. Миранда Кэр, Кэтрин Зета-Джонс, Кэмерон Диас. Обращаем внимание, они тоже выбирают более графичные варианты, тоже с высокой тульей и тоже с вертикальными элементами, которые визуально вытягивают лицо. И обращайте внимание на размер шляпы. Шляпа не должна быть больше, чем голова. Вот как, к примеру, Кэмерон Диас, кажется, что шляпа явно ей не по размеру, и она просто съезжает на лоб. К мужчинам те же правила относятся тоже. Не очень хорошо на круглом лице выглядят бейсболки, какие-либо кепки, которые сверху как блин лежат. Но при этом классическая форма шляпы с немного отогнутыми, не очень широкими полями, с высокой тульей, все те же графичные элементы, облагораживают такой тип лица. И обязательно должен присутствовать лоск. Обрати внимание, с одной стороны у нас шляпа абсолютно идеальная, с другой стороны немножко примятая сверху и совершенно другое впечатление.